Заключительная проповедь иеромонаха Серафима, который привез в Увару сибирскую икону, пожелание искать спасение души, хранить мир, прощать и любить друг друга. До последнего момента к кабалакскому образу шли люди. Их было несколько тысяч со своими нуждами, болезнями и радостями. С искренней любовью, стоя на коленях, провожали святую икону Божьей Матери прямо до дверей машины. По словам прихожан, Богородица подарила надежду на помощь и милосердие Бога. Столько народу преклонились, и хочется, чтобы все люди пришли ближе к Богу после этой иконки, еще больше. Мы все пришли с нуждами, со своими просьбами, и Божья Матушка всегда нас обогревает своим теплом, своей молитвой. Спаси, Господи, тех людей, которые привезли к нам эту иконку. Мы очень рады, что все это свершилось в нашем городе. И все это как бы до слез. Дело в том, что не мы к Матери Божией пошли, а она к нам пришла. Это такая благодать, это так радостно. И вот эта Господняя любовь, это просто неописуемо. Святой образ Богородицы Знамение будет пребывать еще 2 дня в Кирсанове, а затем икону отправят обратно в Абалакский мужской монастырь Тюменской области. Ирина Мерзлякова, Елена Маркеева, Александр Трегубов, «Наш город».